только что произошел очень мощный взрыв, невероятное количество пострадавших и, кажется, есть погибший. Приехали скорые, люди в панике. Взрыв произошел, когда активисты пошли ходой от Дворца спорта в сторону Площади Свободы. Когда успел отойти от Дворца спорта, буквально на метров 100. Вот на этом месте произошел пострадавших есть обычные активисты, милиция, представители Харьков-1, правого сектора. Ну что бахнуло? Что-то подложили в снег. Произошел взрыв. А что взорвалось, непонятно, да? Ребят, не создаемте толпу, давайте расходимся. Пускай люди работают, пожалуйста. Есть погибший. Что ты меня слышишь? Ну, просто.
от толпы. Расходитесь подальше, ходим толпы. Толпой не держите все, по одному рассредоточьтесь. Двое погибших. В машине лежит георгиевская лента. Привязана тупо на передке. Нет. А машина подъехала сюда, то, что я ее заменил сперва. Ровно перед тем, как мы стали строиться. Где? Откуда взрыв был? С левой стороны? С левой. С левой. Машина в третьей. Всех, кто с левой стороны был, вынесено на левую. Вот где вынесли. Догнали нам федерацию? Нет. Она нас перед... была. Нет. Вот где-то вот она вот была. Она в сугробе где-то вот была, потому что сугроб разлетел. Вот на этом месте произошел... Среди пострадавших есть обычные активисты, милиция, представители Харьков-1, правого сектора. Ну что бахнуло? Что-то подложили в снег. Произошел взрыв. Что взорвалось, непонятно, да? Да. Ребят, не создаемте толпу, давайте расходимся. Пускай люди работают, пожалуйста. Толпой не держите все, по одному рассредоточьтесь.
двое погибших. В машине лежит георгиевская лента. Привязана тупо на передке. А машина подъехала сюда. То, что я ее заменил сперва. Ровно перед тем, как мы стали строиться. Где? Откуда взрыв был? С левой стороны? С левой. С левой. Все, кто с левой стороны был, вынесли на левую. Вот, где вынесли. Догнали нам федерацию? Не заложена была она, похоже, квартира. Нет? Где она была? Она в сугробе где-то была, потому что сугроб разлетел.